Злую шутку с дорожным покрытием за последний месяц сыграли резкие и частые перепады температур, а также обильные снегопады. На 200% их среднемесячная норма была превышена уже в январе. Дефекты дорожного покрытия, то есть просадки и выбоины, согласно этому ГОСТу, данные дефекты не должны превышать по ширине 60 см, по длине 15, по глубине 5 см. Проблемные участки дорожным инспекторам и специалистам департамента городского хозяйства помогают выявлять члены общественного контроля. Их мнение также будет учтено и по итогам весенней инвентаризации дорог. Согласовали с ГИБДД выезд, то есть чтобы это был совместный рейд, не просто общественников. Взяли несколько улиц за основу. Улица Вольская. Водители притормаживают, чтобы объехать выбоины. Без линейки глубину лужи определить трудно. Вооружившись всем необходимым, дорожные инспекторы выясняют степень опасности образовавшейся ямы. Сами видите, погода то мороз, то слякоть, дороги разрушаются. К ремонту проблемных участков дороги приступят уже в ближайшее время. 15 февраля, я думаю, мы выйдем четырьмя бригадами, четыре машины выйдут на линию и будем работать по заделке аварийно-опасных участков. Литая асфальтобетонная смесь, технология позволяет использовать ее до минус 10 градусов. То есть у нее температура порядка 500 градусов, она выпаривает всю воду и обеспечивает адгезию с существующим асфальтом. И позволяет, соответственно, дороге дожить до ремонта горячим асфальтобетоном. Крупный карточный ремонт планируют начать в апреле. За ним последуют и работы по комплексному ремонту некоторых самарских улиц, в их числе и улица Антонова-Овсеенко. Здесь положат новое двухслойное асфальтовое покрытие, заменят бордюрный камень, отремонтируют тротуары, приведут в порядок газоны. За состоянием дороги первые 5 лет будет следить подрядная организация, выполнившая работы. За последние несколько лет требования к подрядчикам стали жестче, а гарантийный срок увеличился с 2 до 5 лет. Именно такую задачу по комплексному ремонту и дальнейшему обслуживанию перед подрядчиками ставят областные и городские власти. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События.